500 миллионов евро оценила компания Air France ущерб от двухнедельной забастовки пилотов. Авиаперевозчик отметил, что в сентябре суммарный пассажиропоток снизился почти на 16%. Кроме того, заказы билетов на ближайшие 3 месяца сократились. Я напомню, недовольство пилотов Air France было вызвано планом развития компании до 2020 года. Документ предполагает переориентирование перевозчика в пользу недорогостоящего филиала Трансавиа, зарегистрированного в Португалии. Летчики убеждены, что эта реформа приведет к сокращениям во Франции, ну и также лишит их привилегированного статуса.